Продолжаем. У нас вторая неделя, четвертый торговый день. Продолжаем тестировать стратегию Grandmaster. Первая неделя у нас прошла, $64 на счет нам упало. Сейчас будем смотреть, что несет нам новая неделя. Значит, платформа у нас та же самая, те же графики, те же валютные пары. Евро-австралиец, австралийский, американский доллар. По одной валютной паре встаем в покупку, по другой валютной паре встаем в продажу. Ничего не изменилось. На выходные биржи не работали. То есть график у нас с момента последнего открытия платформы особо не изменился. На счете по-прежнему $64. Не считая той тысячи, которая изначально была открыта депозитом. Значит, у нас получается по австралийскому доллару, американскому, где мы стоим в покупку, до ближайшей сделки 125 пунктов, то есть мы можем смело открыть еще одну. Но тейк здесь уже возьмем не 20 пунктов, а побольше, ну, чтобы больше прибыли получить. Но опять же и увеличиваем риск того, что потеряем. Хотя в этой стратегии, то есть, ну, это неприемлемо, то есть, если мы становимся в покупку, значит, мы становимся в покупку, то есть, ну, потерять мы деньги сможем в случае каких-то непредвиденных чрезвычайных ситуаций, то есть, война начнется или еще что-нибудь, стихийные бедствия. А так, то есть, мы, поскольку здесь торгуем без стоп-лоссов, то сделка у нас просто в долгосрочку превратится. И будет долго висеть, пока ордер не исполнится. Значит, сделку мы... Покупку открыли еще одну. По второй валютной паре открывать не будем, потому что там 72 пункта, то есть это еще немножко мало. Поэтому оставляем все как есть и ждем. Вторая неделя, пятый торговый день, вечер. Запускаем платформу, смотрим, что у нас поменялось. У нас запустилась, значит, баланс сразу видим, что у нас сыграли сделки наши, не все, а часть из них. Теперь у нас на счете $1201, что уже неплохой результат, но все равно с учетом тех сделок, что сейчас еще не закрыты, еще торгуются, по счету в целом выходим в минус, поэтому ждем дальше. Значит, смотрим, что у нас есть. Две сделки в покупку, одна в продажу. То есть нам нужно будет сейчас обязательно в продажу добить одну сделку. Ну и покупку ждем. Вот открыли сделку по евро австралийскому доллару. Продажу. Тейк возьмем тоже не 20 пунктов. Будет больше, потому что процентов на 90 я уверен в том, что до этих уровней... рынок дойдет, то есть график цены преодолеет ее рубеж. Поставили тейк. Ну и все. Дальше ждем. Значит, шестой торговый день. Вторая неделя, вечер. Запускается платформа. Опять смотрим, еще одна сделка отыгралась, поскольку на счете уже 1222. Ну и смотрим, что у нас есть, что мы имеем. Значит, две сделки в продажу стоят, по одной из них минус 87, по второй плюс $33, и сделка в покупку по ней минус $27. То есть, если сделки сейчас все закрывать будем, на счете у нас останется 1143
доллара. Но нам этого мало, мы будем ждать, пока у нас все сделки не закроются. По евро австралийскому доллару становимся в продажу, чтобы увеличить прибыль. Выставляем тейк. Тейк составил 30 пунктов. Поставили так специально, чтобы закрылся в один момент, то есть две сделки. Та, которая сейчас в плюс у нас, плюс 35 долларов по которой, и которая новая. То есть, когда график цен дойдет до тех уровней, у нас сразу закроются две сделки. По обоим из них получим прибыль. Только что по одной на 37 долларов больше, а по другой сколько есть. Значит, открыли еще одну сделку в покупку. Здесь поиграли с тейком, немножко поменяли его. Все тейки сейчас передвинем, поскольку вторая неделя уже к концу подходит, то есть чтобы нам все сделки закрыть и на этом торговлю закончить. Чтобы на момент выходных у нас было минимальное количество сделок на счете, а в идеале вообще ни одной. Дальше будем ждать. Остается еще один день. Посмотрим, что там будет. Здесь отмотал немножко график, посмотреть вообще на каких уровнях торгуются австралиец и американец. Вообще в каком диапазоне. Значит, неделя вторая. Седьмой торговый день. Утро. Сейчас платформа запустится, глянем, что у нас получилось. Вот на счете у нас уже 1348 долларов. Сейчас посмотрим по сделкам, что. По сделке у нас все хорошо, то есть у нас закрылись все наши сделки, кроме одной. Одна вот сейчас торгуется, то есть буквально 2 пункта всего в минус уходит. Минус 2 доллара. Что для нас не критично, то есть да, ее можем закрыть по идее, и нашим результатом, итогом за 2 недели торговли будет 345 долларов. То есть мы с вами из 1000 за 2 недели сделали 1345. По идее это 35% от депозита, то есть ну это очень неплохой результат. То есть вот у нас история, все сделки которые были, то есть да, ни одной убыточной, можно здесь посмотреть. Есть кнопка отчет, то есть можно вывести в Excel таблицей для наглядности. И по тем позициям, что у нас есть, это одна только висит. По евро австралийскому доллару. На самом деле все не так сложно, то есть стратегия не сложная, то есть сами в этом убедились. 2 недели торговля была не
целыми днями, то есть, да, часы напролет сидя перед монитором, гипнотизируя график, а тут буквально, ну, постольку поскольку. То есть утром посмотрели график, вечером посмотрели, подкорректировали что-то, открыли позиции, дальше ждем, то есть, да, следующий день точно так же. То есть утром, вечером много от трейдера не требуется. То есть вот у нас 8 число сегодня, когда с 29-го, да, с понедельника начали мы торговать, и за 2 недели $350. Я считаю, это хороший результат.